Хэй, гайс, у Мишаньки мы продолжаем бродить игру под названием Константин. Окей, что, давайте, думаю, тогда продолжим на том, на чем мы там остановились. Кстати, смотри, здесь у нас есть уровни. Hellblazer, квартира Эл Рио, подвал в доме Эл Рио. Продолжить дополнительно. Что дополнительно? What? Ладно, потом разберем, но я смотрю. Ну, всегда можно рассчитывать на теплый прием. Вау, а что по управлению? Shroud of Moses. Considering the devastation it can deliver to demons, Lucifer should... Maybe I should act surprised. Так, буду честен. Что-то как-то слишком все... Не, до этого так же было? Ладно, без понятия. Кажется, все начало быть чутка быстрее. Походу, он у меня быстро передвигается, но мышкой только когда я... Странно, ладно. И, кстати, оно нихера не сохранилось, то, что мы сохраняли. Почему, когда я бегаю, он так быстро шевелит? Как мне через это перебраться? Отлично. Водная ампула. Можно будет по-быстрому отсюда... Я говорю, это как-то слишком... Вот, я, когда в движении, он слишком быстро поворачивает. Почему? Можно ли этот процесс как-то немножко уменьшить? Блин, просто так непривычно на самом деле. Главное, когда я иду влево, он херячит очень быстро. А если идти по правой стороне, то он не так быстро херячит мышкой. Меня это в ступор кидает. Точно. Хотя, ладно, сейчас поставим, потом продолжим. Оп-оп-оп. У меня как-то хп слишком много снесли, даже для того, чтобы я играл на легком.
Эгорбером. Пора с этим заканчивать. Ой, Монать, это же библиотека здесь такая здоровая. А. О, найс. Мне кажется, легче была в натуре магией херануть, да и все. Стрёмная затея. Как бы то ни было, я слышу еще чуваков. О, кстати, я забыл про этот. Исторический огнемет. Дыхание дракона. Проклят навеки. Да ладно, я еще за это урон получаю. Могли бы хотя бы сказать, предупредить. Почему я в натуре получаю очень сильный урон, когда я грешника атакую? Просите, нахера я возвращаюсь сюда? Для того, чтобы пойти сюда. О. Видите, я так бы карточку просрал. Плюс бы без воды остался. Выгодно, выгодно. Да, пролазит он через эти очень странно. Хорошо, что я горячие звезды нашел. Они довольно хорошо нам способствуют в игре. Да, так вообще нереально стрелять. Так просто меня не остановишь. Мне сюда надо?
Понятно. Блин, нужно не забывать про магию на самом деле. Ну ладно. Идем в настоящее. Пора было убираться к чертям собачьим. Но я знал, что книга была где-то... Где-то здесь. Кто-то здорово здесь повеселился. А, он такой же. Help us. Бля, и куда мне идти? Просто у нас вариантов довольно много, куда идти. Давай сюда. Найс. Задача. А ну-ка. Открыть дверь. Спасибо. Так, заметки. Это все было. Мучитель. Мучитель. Мучитель стреляет шести железным. Так, это было. Дыхание дракона. Это артефакт, древний огнемет, содержащий жидкость дракона огонь. Демон-дракон Кангора. Пламя выпускает этим оружием наиболее эффективно против демонов. То есть это самое мощное оружие, по сути. Саван Моисея это было. Копье судьбы, хорошо. Демоны. Так, стервятник. Сеплавин. Сеплавит. Это летучий демон вызывает адскую плазму и бросает ее в свои жертвы. Если сплавиту грозит гибель, он пикирует на врага, как камикадзе. Весьма уязвимый для артефакта очиститель. То есть огнемет имеется в виду или что? Полукровки. Полукровки — могучие существа, способные пользоваться магическими заклинаниями. Обычно маскируются под людей, весьма уязвимы для святой воды. Паразит. Демон-паразит. Ну, походу, это типа боссы, да? Даже, наверное, мини-боссы. Ну, логично, что нам нужно открыть дверь по заданию, поэтому мы делаем все наоборот. Мы идем туда, куда не должны идти. То есть, в нашем случае, это в сторону лифта. А я его слышу. Я слышу тварь, которая летает крылышками своими. Сколько же еще должно погибнуть? О, найс, вода. Опа, да ладно. Я ожидаю скримака. Я знал, что куда-нибудь они меня заведут. Я очень жду скримаков. Особенно в проклятом месте, где до хрена. Маташар. Маташар. Кто умный, я умный. Ага.
А, подожди, так у меня магия сама еще пополняется дальше. Неплохо. Похоже, пришел и мой черед. Вау! Данрасвин! Вы же не думаете, если есть вода, я буду, конечно, водой постоянно пользоваться. Только я в натуре не понял, для чего мне вообще нажимать кнопку сохранения, если оно не сохраняется. То есть мы начали с того, что на меня напал монстр. Как бы. То есть у меня ключи для чего-то, но не для чего-то. Вот для чего. Ну ладно. Стадиум. Слишком свободная комната для того, чтобы на нас напали. Дальше идти некуда, только в ад. Хорошее предложение. Оценил по достоинству. Но пойдемте в ад. Эго пор сит пером. Преом, преом. Так, подожди, это был новый демон? Сепловид? Нет. Стервятник воин. Воин — это самый сильный и крупный демон стервятники. В течение времени их тела деформируются, кожа затверничает и превращается в панцирь. А зубы и ногти становятся настолько острыми, что способны легко рвать человеческую кожу. Кстати, походу, это вот эта херня напала на Дивулю. Но они действительно опасны. Данрасвин. Лучше не подпускать их к себе. Да боже, сколько вас? Они словно оттуда бесконечно влазят. Подожди, это мы... Как мы в подвал вообще попали? Были не здесь, попали теперь здесь. Окей. Мне нравится то, что я могу заново подбирать боеприпасы. Если их потратил. Эй, стоп, это шлиф. Подожди, а для чего я тогда сюда вообще пришел?
Буду честен, какие-то непонятки. Но мы же отсюда как раз и пришли. Что я должен был получить? Что я получил? Какая наша цель вообще? Поднялся на четвертый этаж. Но я лифт не могу использовать. Эгорером. Попадите. Подожди, на четвертый этаж лифт не работает. Здесь активировать ничего нельзя. Есть вот труп. Подняться я никак не могу. С телом я не могу никак взаимодействовать. Дверь не открывается. Есть проход сюда, но... А, тю, я ж могу карабкаться, точно. Все, четвертый этаж. Выше некуда. Я вспомнил. Мы ж карабкаться можем по сетке. Очередной босс? Ну, на привишку у меня уже летающие демоны есть. На себе. Какой-то Кангор, чё? Так и думал, что это твой запах. Они что, всех подряд сюда пускают? Ты ведь на меня больше не злишься, правда? Так, а ну-ка. Да, это походу боссы. Кангор. Кангор. Кангор, адский страж, охочущийся на SD-демен, рождение зла. Это ручной дракон сатаны, сделанный из тысячи погибших душ. Очень опасный противник. Больно, да? Побудь в моей шкуре. Не знаю, можно ли пасть еще ниже, а вот ты скоро узнаешь. Хм. Ну, что сказать? Ну, это у меня пушка имбовая. Типа, все оправдания на пушку. Пушка имба. Поэтому мы его так и убили. Хотя, давайте не забывать то, что мы играем на легком уровне сложности. Хотя, блин, боссы не должны, типа, зависеть от уровня сложности. Да, там немного хп можно подрезать, но не настолько же, что я его ваншотнул. Ну вот, сейчас Дедемониакс. На редкость увлекательное чтиво. Увлекательное чтиво, да? Заметки. Артефакт. Так, давайте вообще посмотрим, что у нас добавилось. Так, у нас здесь три вопросика. В заклинаниях у нас... Ни хрена, еще пять магии. Из демонов, но только боссы получаются. Ну, честно, мне будут потом закидывать чисто этих уворотливых тварюшек. Так, подожди, это ж я магию получил новую. А нет. Последняя деталь дробовика. Спасибо. Но это займет некоторое время, Джон.
Эти парни ходят окольными путями. Что с наконечником? Есть новости? Пока никаких. Но я над этим работаю. У меня есть кое-что другое. Тебе понравится. Да? Хеннесси нашел тело Эл Рио. Адрес у тебя есть? Или мне придется изгнать его из тебя? Он больше не показывался после того, как сообщил мне об Эл Рио. Я немного беспокоюсь. Я этим займусь. Но позже. А сначала займусь Томасом Эл Рио. Если Хеннесси объявится, скажи ему, чтобы подъезжал в этот... Морг P&G. Что до мистера Эл Рио, я собираюсь с ним побеседовать. С глазу на глаз. Морг, а трусобой... Мы в морг идем? Серьезно? Круто. Куда же еще можно пойти? Дима, да. От Хеннесси ничего не слышно? Ладно, я у холодильника. Захожу внутрь. Лучшее место, куда мы можем сходить в хорроре. Больницы. Давайте так, первое. Это кладбище. Второе место занимает по жуткости больницы. Третье. Это школы. И четвертое морги. А заброшенные здания говорил? Может, пропустим предисловие? Отлично. Хозяин дома. Найди тело Эл Рио. А он дробовик. У нас есть огнемет, есть дробовик. Хотя я мог огнеметом змейку убить, у меня вон целый запас. Дробовик. Мощное оружие среднего радиуса действия стреляет за заговоренными снарядами. Было создано в 9 веке, а подожди, это 14 век, итальянским скульптором и католическим священником специально для борьбы с силами зла. Особенно эффективно против полукровок. Так против демонов как раз мне оно и нужно будет. Слушайте, не очень хорошая идея для меня идти в такое место. Давайте, я думаю, на этом пока закончим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.